она знала, что я кузнодром, и привязала меня веревкой к подводе, на которой везли наши вещи. Но я тихонько отвязалась и ушла. Обрывок этой веревки у меня на руке остался. Все едут, бегут. Куда деться? Как добраться до фронта? Долго меня мотало по разным местам. И, наконец, попала я в город Тамбов. Устроилась в госпиталь. В госпитале было хорошо. После голодовки я поправилась, такая полненькая стала. И вот, когда мне исполнилось 16 лет, мне сказали, что я теперь, как и все медсестры, могу сдавать кровь. Кровь я начала сдавать каждый месяц. Получала то на слепоёк, чтобы восстановить силы. Один раз врач мне говорит: давай напишем твой адрес. Вдруг объявится тот, кому польёт твоя кровь. Мы написали адрес и пристегнули бумажку к бутылочке. И вот спустя некоторое время, месяца два прошло, не больше, я сменилась после дежурства и пошла, спать легла. Тормошат меня: вставай! Вставай, тебе брат приехал. Какой брат? Нет у меня никакого брата. Выхожу, спрашиваю: кто тут звал Омельченко? Он отвечает: я звал. И протягивает мне бумажку, которую мы с врачом написали. Вот, я твой брат по крови. Принес мне два яблока, кулечек конфет. Тогда конфет нигде невозможно купить было. Боже, какие это были вкусные конфеты! Пошла к начальству, брат приехал. Пустили в увольнение. Через пару месяцев он получил направление на Воронежский фронт. Писем я никогда не получала. Даже представить себе не могла, что такое получить письмо. И вот мне вручают треугольничек, распечатываю, написано: ваш друг, командир пулеметного взвода, погиб смертью храбрых. И мне стало так страшно. Меня ударило прямо в сердце. Я решила всеми силами уйти на фронт и отомстить за свою кровь. Я знала, что где-то пролилась моя кровь. Я бегу. Нас несколько человек бежит, убегает, за нами гонится, стреляет. А там моя мама уже стоит под автоматом. И я вижу, как она кричит. И она видит, как мы бежим. Мне потом люди рассказывали, как она кричала. Она кричала: хорошо, что ты платье белое надела, доченька! Тебя уже некому будет одеть. Она была уверена, что меня убьют, и я буду лежать вся в белом. Была такая тишина. Перестали стрелять. Одна моя мама кричала. А может, стреляли? Я не слышала. За войну вся наша семья погибла. Кончилась война, а мне и ждать некого. Oh.
Изрытые лиманы, спокойные каштаны, красивые.
красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденький парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крике и борьбе. Парнишке не бывает страшно, а коли страшно, скажет он себе: дышь, одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труб, без барабанов, Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни мостовой. Впервые плакать захотел он. Но комиссар обнял его рукой. Брось, не надо, ты ж одессит, Мишка. А это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканной в красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы в знак возвращения своего, парнишка не сдержал вдруг слезы. Но тут никто не скажет ничего. Дышь, одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет, но в этот раз поплакать справа не беда. Thank you.